Продолжаем. Это уже следующий у нас заход по этой же машинке. Просто это по времени растянулось. Уже машинку делали. Вот видно, дырусечка тут есть. Так что мне и сверлить не пришлось. Ну, вот так вот предыдущими мастерами было доделано. До такого состояния. Сейчас мы вот это все дело будем приводить в порядок, так как надо. Вот такие заломчики тут на крылышке, это все от града. Скорее всего, сейчас надо это все взять, доделать. Где-то инструментом, где-то клеем, в общем, как получится. Потихонечку, помаленечку. Уже получше становится. Но тут еще есть чем подзаняться. Поэтому будем работать. Ну, уже так получше выглядит. Хотя еще вот кое-где есть недоделочки. Ну, вот эпопея с крылом к финишу подошла. Вот здесь вот рябинки видны. Здесь заломчик был. Ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.